Мы вместе с этим милым котиком приветствуем вас сегодня на моем канале. Он облюбовал и пригрел себе местечко на авто. А я тут рядом облюбовала себе интересный европейский маркет. В нем много товаров из Европы, которых в других магазинах Батуми не найти. Находится он на углу Джавахишвили-Пиросмани. Называется Европродукт. Хочу отметить, что здесь очень хороший выбор сыров, молочных и колбасных продуктов, а также много разных европейских кондитерских изделий. Цены смотрите сами и сравнивайте со своими. Это один из моих любимых сыров. У него приятный, насыщенный, немного сладковатый, но не приторный вкус. Это еще не все сыры в ассортименте. Дальше покажу все, что тут есть. Есть тут и чурчхела. Не европейская, конечно, а грузинская. Любите чурчхелу? Я да. Всем спасибо за просмотр, а также большое спасибо за лайки и комментарии. Хорошего вам дня и до скорых встреч! Не пропустите следующее видео!